Делчевск прошла интеллектуально-развлекательная игра «Квиз Плиз» для семей металлургов. В игре приняло участие 10 команд. Команды показали себя на достаточно высоком уровне. Все молодцы. Я не могу выделить кого-то лучше, кого-то хуже, но тем не менее мы выявили 3 победителей, которые проявили себя, скажем так, более активно в данной игре. Ну и заработали достаточно ценные, хорошие призы. Игра нам понравилась. Вопросы были как легкие, так и сложные, неожиданно для нас. Нам сказали, будет все просто. Но, в принципе, был азарт, было интересно попробовать свои силы. И, в общем, мы остались довольны очень игрой, тем более выиграли первый приз. Приз выиграли пылесос, который нам пригодится дома. Спасибо организации за это мероприятие.